У нас идет борьба с ветряными мельницами. Мы листья убираем, а ветер нам их возвращает и возвращает. Короче, у нас сегодня дом-дурдом. Я уже их дула-дула, чистила-чистила, газонокосинка стригла. Нифига. Ну, чуть-чуть, конечно, прибралась, но бесполезно. Так что, я так думаю, уборка листьев откладывается на следующий уикенд. Вот у меня тут такая уже декорация хэллоуинская. Ночью цветочки горят, и очень красиво получается. Вот. День теплый. Просто красота. Чё ты плачешь? Лето. У нас лето. Все ходят в футболках и в шортиках. А в Фейсбуке пришла мне напоминалка. 2 года назад у нас был снег. Да. И 2 года назад мы чистили снег. Сейчас мы... В 2022 году мы чистим листья. А вот в 2020 мы чистили снег. Ну вот такие у нас новости с Миннесоты, с Миннеаполиса. Всем хорошего воскресенья желаю. Также желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Увидимся скоро.